Привет! Сейчас мы будем играть в Counter-Strike. Вот с этими пистолетами. Это пистолет большой, он очень мощный. А когда заканчивается снаряд, вот тут такая дырочка специальная для этих шариков. А когда заканчивается снаряд, вот у нас запасной пистолет. Бьешь вот так назад, потом целишься и стреляешь. Тоже шариками, да, этими? Да, ну, самыми. Из-за этого это запасной. Объясни, прикро, что такое Counter-Strike? Counter-Strike — это когда один человек с пистолетом должен попасть в другого, типа вы войнушки такие. Давай, поехали воевать. Оу, ты. Так подожди, сейчас я буду с кем? Ты что? Кто? Я буду воевать. Хорошо, мы с Тёмой будем тебя искать, да? А то. Окей. Нет, ты не подглядывай, где он. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Идем? Стой, тихо, не спеши, он может тебя сейчас подстрелить. Давай, сюда, 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 сюда. Залезай сюда. Залезай быстрее. Быстрее, залезай, идем. Ты отсюда? Так куда ты стреляешь? Должен. Давай пойдем его за поставили. Давай сюда, давай. Сюда, давай сюда. Все, не бойся его, стреляй сразу в него. Тёма, ты где? Иди сюда, Тони. Где тут? Он там. Что ты сюда пошел? Он в той стороне. Иди туда. Давай. Боец, нет? Я не видел. Ногу не считается. Ты видишь его там? Нет. Что, ты думаешь, он в горку забежал? Идем за ним, вон он, вон он. Прицеливайся, Тамир, иди в атаку. А, он меня ранил. Все, ты выиграл? Может, это ночью. И сейчас я считаю до 10. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Сейчас мы должны его найти. Можно по звуку услышать, как он заезжает пистолет. Потому что это вот, смотрите. Ну, сейчас. Ну, ладно, о, слышал? Вон он. Где? Наверху, сразу. О, быстро надо в горку. Давай, попадай в него, это. Все, попали в тебя, ты проиграл. Ну, ты тоже с Тамир стреляешь, а ты сидишь. Попал? Нет. Все. Победа.